Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Огромное удовольствие доставляет радость, удовлетворенность от труда, от той энергии, которую вкладываешь во что-то. И когда приходит какая-то обратная связь, когда людям становится легче, и они понимают, самое главное, сознают, что могут сами избавляться от каких-то проблем, от болезней, от неприятностей, от энергетических воздействий, это доставляет, конечно, удовлетворение и понимание, что не зря. Да, вот не зря, бывают сыпятся камни. Да, некоторые люди, которые, обычно они даже не понимают, о чем идет речь. Да, они не обращались за помощью, я им не помогал, но они уже изначально как бы что-то у них, что это все неправда. Но, друзья мои, вот я сейчас почитаю вам некий отзыв от замечательного человека, с которым недавно мы работали. Уважаемый дядя Мистик, доброго дня вам. Я человек, который 4 числа разговаривал с вами по видеозвонку. Хочу выразить вам огромную благодарность, так как на следующий день почувствовал огромный прилив сил. Я буквально умирал от слабости. Благодаря вашим установкам и практическим упражнениям по созданию защиты я чувствую себя оживающим с каждым днем. Даже охранник при входе в больницу говорит, что на лицо я стал живым человеком. Краски жизни в лице появились. Теперь работай, наладить и даст Всевышний, и настанет тот день, когда я вашу помощь вознаградил бы по достоинству. И это все учитываю 12-летний марафон депрессий. Я часто буду молиться за ваше здоровье и благополучие. Друзья мои, конечно, радость на душе. Я понимаю, что этот человек сумел воспользоваться моей помощью и той энергией, теми вещами, то, что мы с него сняли, он сумел этим воспользоваться. Это радость для меня. Да, не надо за меня молиться, надо свою энергию тратить именно на себя, на то, чтобы восстановить свою жизнь, свое здоровье и идти вперед. Да, если получится, помогать другим. Да, друзья мои, помоги себе сам. Пойми свои силы, свои возможности и скинь вот этот морок и иди вперед. Вот наша с вами задача. Естественно, друзья мои, этому человеку, еще всем тем людям, с которыми я работаю, когда-то работал, тепло моего сердца, мои пожелания, что у нас впереди хорошая чистая дорога. Поэтому поклон вам, драгоценные мои друзья. Значит, все наши с вами усилия не напрасны, несмотря на сложности, мы идем вперед. Все, пока, счастливо.